Ты мертв? Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Было бы кстати на какое-то время сбежать от солнца. Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я... Мое почему?
Ты еще откуда? Что это? Я буду здесь. Тебе что-нибудь нужно? Думала, ты уже не попросишь.
что я доверяю своему.
Слышали новость? Императора убили прямо здесь, в Скайриме. Богами клянусь, если темное братство способно на такое, то все мы в опасности. Боя многое отвлекает. Забудь святые об этом. Сосредоточься на цели. Да. Убили. На собственном корабле. В бухте. Дело рук темного братства. Мы ничего не могли сделать. Вообще-то такая информация обычно засекречена. Я пытался найти подходящее время и место, чтобы сообщить ей. Ее дочь отправили в Айтран. Там шли жестокие бои. Легату Вайтрана нужно было установить местоположение братьев Бури. И он выслал отряд на разведку. Они наткнулись на превосходящие силы врага. Говорят, в живых не осталось никого. Рядовая Марар, дочь Анжелы, была в этом отряде. Нужно ей сообщить. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется? Приятно видеть новое лицо. Тебе удалось узнать что-то у Алдиса? Я знала, что ты сможешь. Что он сказал? А я ведь говорила. Говорила ей, что имперская армия ее погубит. Это война ярлов и имперских генералов. Простым людям она ни к чему. Но она и слушать не хотела. Ты не побоялся сообщить мне горестную весть. Я не могу поблагодарить тебя за нее, но об услуге не забуду. Говорят, будто темное братство вернулось. И оно сильнее, чем когда-либо. Вроде как поселились в Донстаре. Ничего не знаешь. Я была удостоена чести выступать в Синем дворце множество раз. Его светлость, покойный лорд, был большим любителем музыки. Моя должность... Ах да, новая работа Адонато. Короче, чем я думал, но о книгах нужно судить по силе, а не по толщине. Я потом посмотрю. Вот, возьми за труды. Займусь, пожалуй, бумагами. А, с возвращением. Как песня нашлась. Должен признать, я не верил, что она действительно там окажется. Ну-ка, ну-ка. О, нет, нет, это никуда не годится. Копия неполная, и годы были к ней суровы.
Некоторые части просто невозможно разобрать. А то, что еще можно прочитать, ну, скажем так, бардовское искусство проделало большой путь с тех древних времен. Это значит, что я не могу прочесть песнь при дворе. А без нее мне никогда не убедить Элисив в важности праздника сожжения короля Олафа. Если ее не убедить в важности праздника, то она не отменит запрет на сожжение чучела. Это значит, что сожжение короля Олафа, которое коллегия бардов проводила с незапамятных времен, не состоится. Допишем? Как-то это неправильно. Полагаю, я могу скопировать авторский стиль на основе того, что тебе удалось найти. Но я понятия не имею, о чем шла речь в утраченных фрагментах. О, Олаф, поработитель, предатель без глаза, несущий смерть демон, драконоборец король, легенда о тебе лишь ложь, страх и обман. Вероломный захват Нуменекса — обман, что пребудет в веках. Король Олаф — это же Олаф Одноглазый. Он известен тем, что поймал дракона Нуменекса и заточил его в драконьем пределе. Что бы нам сказать про то, как это было на самом деле? Ха, ладно, так и напишем. Не знаю, как уж рассудят при дворе, но я нахожу эту версию гораздо более правдоподобной, чем историю о том, как Олаф сражался с драконом. Олаф захватил власть угрозой и лестью, поставил Фолкрит, Винтерхолд, остальных на колени. И лишь Солитьют остался верен Скайриму. Месть же Олафа была вдохновенна, молниеносна, чудовищна. Странно. Из истории нам известно, что Солитьют напал на Винтерхолд, а не наоборот. Однако говорят, что Олаф как-то приложил к этому руку. Что бы нам сказать про то, что было на самом деле? А они все перепутали. Ха-ха-ха. Да, я это вписываю. Хорошая строчка, чтобы рассмешить аудиторию при дворе. Здесь несколько последних строк, но именно их нам и нужно было добавить. Я немедленно отправлюсь ко двору и представлю песнь Ярлу. Тебе тоже стоит присутствовать. Мне не интересно, если только ты здесь не по делу. Надеюсь, при дворе эта песня понравится. По-моему, мы отлично восстановили ее. Думаю, мой голос в нужном состоянии. Надеюсь, мы все сделали хорошо.
Виарму. Полагаю, ты хочешь похлопотать о праздновании сожжения короля Олафа. Вы правы, Ярл. Я хочу представить всем песнь о короле Олафе из Эдды. Только сегодня ее обнаружили в гробнице Барда. Да, ты говорил, что сможешь убедить нас в целесообразности проведения празднеств. Но я не ожидала, что найдется утраченная песня о короле Олафе. Продолжай. О, Олаф, поработитель, предатель без глаза, несущий смерть демон, драконоборец король, легенда о тебе лишь ложь, страх и обман. Вероломный захват Нуменекса — обман, что пребудет в веках. Здесь не слышали криков и звона мечей, не сражались вовек человек и дракон. Олаф подвиг великий в тот день совершил. Нуменекс беззащитный во сне был пленен. Олаф захватил власть угрозой и лестью, поставил Фолкрит, Винтерхолд, остальных на колени. И лишь Солитьют остался верен Скайриму. Месть же Олафа была вдохновенна, молниеносна, чудовищна. Олаф отдал приказ маскировку надеть, чтобы подло напасть на ночной Солитьют. Не на тех люди Олафа ринулись в бой. В Винтерхолде своих же товарищей бьют. Олаф лжец изворотлив, умен и хитер. Но ему в Солитьюде готовят костер. Собираются барды на пир каждый год. Короля-проходимца сожжение ждет. Ты убедил меня, Виармо. Это действительно праздник для Солитьюда и чествование победы над лже-королем. Благодарю тебя, Ярл, от своего имени и от имени коллегии. Более того, я думаю, что эта прекрасная песнь — достойный повод для пожертвования. Коллегия получит щедрый взнос. Еще раз спасибо. Я позабочусь о том, чтобы поощрили нашего соискателя, который сыграл свою роль в обнаружении песни. Прошу, невероятно! Твоя услуга неоценима. Моей благодарности нет предела. Осталось совсем чуть-чуть. Процедура принятия в коллегию должна проводиться по всем правилам, и мы устроим ее прямо во время праздника. Поговори с Йорном. Он делал чучело короля Олафа. Скажи ему, чтобы возобновил работу. Праздник все-таки состоится. Сибилла Стентер прекрасно разбирается в теории магии. Никогда бы не подумал, что человек так. Когда-то и меня вела дорога приключений. Ты будущий бард. Тебя послал Виарму? Здорово. Похоже, ты скоро вольешься в наши ряды. Сожжение короля Олафа будет происходить у здания коллегии. Соберемся там. Лучше всех. Тебе обязательно стоит послушать, как он поет. Попробуй сладости. Я приготовил их специально к празднику. Йорн лучше всех. Тебе обязательно стоит послушать, как он поет. Попробуй сладости. Я приготовил их специально к празднику. Йорн лучше всех. Тебе обязательно стоит послушать, как он поет. Давай, поджигай.
Привет тебе, народ Солитюда! Коллегия бардов счастлива присутствовать на праздновании сожжения короля Олафа. Этот праздник не состоялся бы, если бы не усердие и самоотверженность нашего последнего соискателя. Поджигая чучело... Он становится полноправным членом коллегии бардов. Приветствуем нашего нового барда! Думаю, ты им понравишься. Да, поздравляю. Теперь ты становишься полноправным членом коллегии бардов. Зная о твоей любви к приключениям, некоторые профессора коллегии могут попросить тебя об услугах. Более того, Элисив постановила, что сожжение короля Олафа становится еженедельным праздником. И, наконец, вопрос о пожертвовании, которое Элисив хотела передать тебе через меня. Хорошо. Продолжай в том же духе. Это все. Как хорошо, что тебе удалось спасти наш праздник. Думаю, Сангвин был бы доволен нашим праздником. Поздравляю с тем, что тебе удалось вернуть нам праздник. Как хорошо хоть немного отдохнуть от уборки. Говорят, что именно благодаря тебе мы сейчас радуемся празднику. Спасибо. Спасибо большое. Из-за праздника у меня гораздо лучше идет торговля. О, очень живо. Когда выпадет снег, даже самым крепким нордам нужно вино со специями, чтобы согревать кровь. Одна бутылка в одни руки. Исключение только для героя, спасшего праздник. Вот, пара бутылочек для тебя. Доброе утро.